Позвольте продолжить демонстрацию самого приложения. И это что получилось? Исправление ошибок. И календарь показывает конкретное число, которое было введено как начальное число. И конечное число. Проблема была в том, что я использовал русский шрифт, когда необходимо было использовать английский шрифт. И эта проблема решилась сейчас. И это все. Это демонстрация самого приложения. Также хотите, также можете посмотреть на код. Вот. Это все.